Дорогие друзья, и вновь добро пожаловать к нам на кухню. С вами Глеб Астафьев. Здравствуйте, и Ольга Грядунова. Ну и, конечно же, великолепная мантоварка-чудесница. Вот вы на своих экранах видите, по многочисленным просьбам вы нам звонили, просили, ну когда же, когда же. Вот подобрали для вас идеальное решение. Это пароварка и мантоварка. Два в одном. Чудесница. Компания Велберг. Три уровня. Два блюда за один раз. А мне кажется, даже и три блюда. Об этом мы с вами поговорим чуть позже. Многофункциональная, ударопрочная, нержавеющая. Греющая сталь, индукционное дно и цена шоп-н-шоу 1990 рублей. Да, экономия потрясающая. Только с нашим телеканалом можно так сэкономить. Ну что ж, ты уже сказала, что это мантоварка. Давай посмотрим, как у нас приготовились манты. Давай, с удовольствием. Вот он, родной запах. Отличные, превосходные манты, которые положено готовить аккуратненько, нежно, на пару. Да, дорогие друзья, только на пару готовятся манты. Пельмени еще можно отварить в кастрюле, но манты-то нет. Обрати внимание на равномерные дырочки. Так, вот и, расскажи про них. Вот за счет чего вот происходит такой равномерный нагрев? Ну, снизу у нас идет процесс парения. Так. Да? И, соответственно, горячим паром мы обрабатываем любое здесь, блюдо, да? Которое мы... Да, в самом низу у нас кастрюлька. Ай, какие манты получились, посмотрите, роскошный аромат какой, мясной, с тестом. Я все-таки очень люблю манты. А сметанка чуть-чуть будет? Чесночок, конечно. Ой, я пошла за сметаной, потому что я буду все пробовать сегодня. Хорошо, береги себя. Дорогие телезрители, а вот и сметанка поспела. Ух! Ты еще! Смотри, мы не просто приготовили манты, мы сделали две больших... порции. Так. Вот. Вот он у нас. Слушай, ну это вообще на огромную семью, я бы сказала. Ой, вот она, сметанка еще сверху. Посмотрите, дорогие телезрители. А теперь посмотри, откуда у нас этот пар. Так. Оп. Давайте. О, посмотри. Ой, это надо видеть. Уважаемый оператор, покажите, пожалуйста, о чем я и говорила. Три уровня, три блюда можно готовить. Здесь-то у нас овощной бульончик варится. На овощном бульоне манты получились еще более ароматные, потому вкусные. Что ароматный пар, горячий ароматный пар. Ну, давай накроем обратно. У нас вот здесь кипящая кастрюлька. А вот она и кастрюлька. Да. О чем мы говорили вам? Я несколько моментов хотел бы рассказать про сам материал. Так. Про сам материал. Конечно же, первое, на что обращаем внимание, это то, что это нержавеющая сталь. Так, нержавеющая сталь. Это нержавеющая сталь. Соответственно, она у нас, во-первых, гигиенична. Так. Очень долговечна. Так. Ручки, вот ты видела сама, я обращался, как не нагреваются. Угу. Ни при каких условиях. Ее легко мыть. Ее можно мыть чем угодно. Если вы сторонник экологической санитарии в доме, значит, вы можете просто взять, брать соду и протирать ее. Ни с какой тефлоновой сковородкой это не пройдет. Скажи, а царапины будут ли образовываться? Что будет? Царапины. Никаких царапин на нержавеющей стали быть не может. Ну, смотри, котлетки на пару. Вопрос. Так, котлетки на пару. Это часто я, кстати, готовлю для своих детей. Диетическое блюдо. Блюдо. Ни грамма масла, никакого жира, ничего. Вы готовите чистый белок. Так. В пару. На пару. А снизу весь наш пар в виде воды, который поднимает пар вверх. Кстати, и не только. Так. Смотри. Удивлять будешь меня. Оп. Ух ты, дорогие телезрители, напоминаю, что внизу-то самая основная, это кастрюля с крышкой. Вы представляете, это вы покупаете, получается. Мы можем просто использовать. Просто как кастрюльку. Итого, посмотрите, вы покупаете не просто кастрюлю, вы покупаете пароварку, мантоварку, кастрюлю по цене шоп-н-шоу 1990 рублей. Экономия 400 рублей, дорогие телезрители, самые лучшие предложения только на нашем телеканале. Почувствуй свою выгоду с нашим телеканалом. Отлично. Универсальный, экологический, не побоюсь этого слова, безопасный. Никаких, понимаешь, никаких тебе пластиковых, ни отходов, ни ручек, ничего. Вот она, кудесница. Чистая, нержавеющая сталь.
Вот, дорогие телезрители, если бы вы покупали бы, мы покупали бы все по отдельности, вот посмотрите, пароварка из нержавеющей стали 2150 рублей, мантоварка из нержавеющей стали 1850 рублей. Это самое выгодное предложение, которое мне удалось найти. Конечно же, кастрюля из нержавеющей стали и дуршлаг из нержавеющей стали. Итого цена в рознице 6090 рублей. Это самое выгодное предложение, самые комфортные цены, которые мне удалось раздобыть для вас. Нет, дорогие телезрители, мы предлагаем вам самые уникальные цены. Пароварка-мантоварка чудесница. Это же и дуршлаг, и кастрюля, и мантоварка, и пароварка по цене премьеры 1990 рублей. Экономия 4100 рублей. Вы только вдумайтесь, 4000 экономии. На эти деньги вы сможете, я не знаю, пойти в кино, например, в ресторан пойти. Ну, потратить на себя, на любимую, на детей, на мужа. Ну что ж, смотри, есть еще один нюанс в нашей пароварке-мантоварке. Так. У каждого дома периодически возникает необходимость сполоснуть овощи или что-то слить. Макароны ты варишь, это не важно там, так, да? Или ты сливаешь картошечку отварную. В данном случае мы сполоснем брокколи, капусточку брокколи. И тоже поставим ее на пару. Все ее предпочитают отварной. Да, это еще и дуршлаг, ты хочешь сказать, да? Да. Потрясающе. Но прежде чем заложить овощи, я положу на нижний уровень, поближе к кипящему овощному бульону, рыбку. Ага. Рыбка готовится чуть дольше, чем овощи, но мы одновременно будем готовить себе здоровую еду. Так. И вкусную. Главное, вкусное. И все витамины будут сохранены в наших продуктах, потому что мы-то готовим на пару. А что это значит? Соблюдение всех витаминов. Только полезные свойства здесь. Кстати, вот попробуйте, попитайтесь вот хотя бы месяц вот таким здоровым питанием. Вы сразу почувствуете себя лучше. Какой аромат, действительно. Аромат, вкус, безопасность, долговечность, надежность. Давайте закроем. Закрываем, немножко ждем. У нас кипит все. Вот нравится, что здесь прозрачная крышка. Посмотрите, как красиво все это смотрится. Надо все-таки повышать себе настроение с каждым разом. Давай включим плиту. Оп. И, конечно же, все. Начинается процесс готовки. А я бы хотела отведать... Пробуй паровые котлеточки наши. Паровую котлетку. Вот, посмотрите, какие роскошные котлетки у нас здесь. Посмотрите, какие сочные котлеты. Вот я сейчас немножко надавлю и покажу вам. Вот, весь сок сохранился здесь. Видите? Они сочные, очень сочные. А вкусные? Сейчас посмотрим, вкусные ли они. Ну, конечно же, вкусные. Мы все проверяем и дегустируем специально для вас, наши любимые телезрители. Один момент хочу отметить. Так. Здесь при помощи нашей кастрюльки мы можем готовить как на одного, на двоих, на троих. А при помощи мантоварки было отлично видно, что мы можем это готовить на большую группу людей. При этом наша мантоварка универсальный на самом деле для нас инструмент на кухне, потому что надо учитывать, что даже если мы не будем использовать ее как кастрюльку, как мантоварку, да, вот сливать что-то через дуршлаг, мы даже благодаря тому, что это нержавеющая сталь, толстое дно, вкусненько. Ты знаешь, я тебя слушаю, а сама наслаждаюсь. Паровые котлетки, конечно. Сочные. Мы можем, сняв крышку стеклянную, поставить ее в качестве формы в духовку. Вот так. Вы представляете, это еще и фирм, кастрюля для выпечки. Вы можете творить свои самые неожиданные блюда у себя дома в духовке при помощи этой кастрюли. Давай перечислим пароварка, вообще, что мы получаем. Мантоварка, кастрюлька, форма для запекания, дуршлаг. Ну, даже при условии, что мы использовать будем оба сита, да, то я бы даже назвал его ситом для промывки. И вот еще дуршлаг, да, да. Дорогие телезрители, как вы считаете, сколько это должно стоить? Очень много. Нет, 1990 рублей всего лишь. Посмотрите, сколько бы стоило это все по отдельности. Самые приятные цены, которые мне удалось найти. Итого 6090 рублей. Теперь посмотрите на вашу экономию. Пароварка, мантоварка, это и дуршлаг, и кастрюля, и форма для выпечки в духовке. Вы экономите 4100 рублей, потому что платите за все это всего лишь 1990 рублей. Такое предложение, которым просто невозможно не воспользоваться. Ольга, время пробовать манты. Ну что ж, давай попробуем. Дорогие телезрители, уж извините, я здесь все пробую, да пробую. Ну а как без этого, в конце концов? Дай, пожалуйста, ножичек, я так не могу. Конечно, конечно. Держи ножичек небольшой.
На. Итак, дорогие телезрители, ой. Большому вот куску вообще-то, Ольга, рот радуется. Ну, рот мой всегда радуется большому куску. И не только большому, но и маленькую, да особо есть хочется сильно. А есть мне всегда хочется со сметанкой. Дорогие телезрители, посмотрите, аппетитные манты. Ам-нам-нам. Безумно вкусно, тесто тоненькое. Из рубленого мяса, между прочим, манты ты делал. Я это чувствую. Да? Именно так. Лучше не через мясорубку, лучше все ножом. Дорогие телезрители, если вы хотите сами дома сделать вот такие замечательные манты, звоните и заказывайте замечательную пароварку, мантоварку, чудесницу. Посмотрите, это еще и кастрюля, это еще и дуршлаг. И давайте посмотрим, что нам сейчас показывает Глеб. Чудеса какие-то, буйство красок. Смотри, у нас идет процесс. Вот овощи, а вот рыбка. Сколько времени прошло? Только что заложили. Слушай, ну, наверное, минут 5 максимум. Максимум. Ну, совсем скоро мы отведаем всей нашей съемочной голодной командой, потому что у всех уже слюнки текут. Все это наша чудесница. Пароварка-мантоварка от компании Велберг. 3 уровня, 2 блюда за 1 раз. А мы вам доказали, что это еще и 3 уровня. Можно и внизу еще и суп варить. 1990 рублей. Потрясающая цена.